Привет, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим представить кавказское блюдо, осетинское, называется оно лывжи. Ее готовят обычно из говядины, но мы сегодня приготовим из маленького ягненочка. Вот у нас вот такой вот он прекрасный, молоденький, ему буквально, наверное, месяцев 6, его вес 12 килограмм. Мы встречались недавно с нашими друзьями с канала ОС Медиа Кухня, и мы готовили на мотокроссе. Видео будет, ссылочка вот здесь, посмотрите, мы готовили лыжи с говядины. Ну, я сегодня отойду от рецепта, у нас такой вот прекрасный ягнячочек. Мы приготовим из молодого ягненка, она же барашка, как ее называют. Сейчас мы очистим ее по возможности от лимфоузлов. Их у барана 130, но большинство находится внутри. Здесь в ногах находится, мы сейчас покажем, как мы вырезать это будем. Сейчас обрежем ненужные части изнутри, сейчас это все покажем. А мы начинаем, оставайтесь с нами. Ну, здесь мы уже удалили лимфоузел, вот здесь, значит, тоже находится он. Мы сейчас покажем вам, где он находится. Вот здесь вот, смотрите, в основном он находится в жиру. Да, вот он, да, вот он, обрезали. Ну, отдадим котам. Ты куда нападаешь, Теперь здесь вот изнутри мы поубираем их. Их много. Они в основном находятся в жиру. По возможности удаляйте, есть их нельзя. Этот жир он ненужный, он подели их. Отрезаем по шину. Мы ее пустим, порежем и пустим в бульончик. И отделяем задние ноги. Обязательно хвостик. Я люблю, когда он в бульончике, он жирненький, ароматненький. Сейчас будут писать в комментариях диванные эксперты, скажем так, что ты не можешь разделывать. А вы можете разделывать баранину? Напишите в комментариях, как вы готовите баранину, какие блюда из баранины. Отделяем лопатки. Лопаточки вообще отделяются элементарно. Теперь отделим шею. Ну и сейчас пойдем эту часть порубим. Наверное, часть мы пустим еще на шашлык. Остальное все пустим на наше блюдо горячее. Разжигаем очаг. У нас здесь целая команда помощников. Все хотят уже кушать. Выливаем воду.
Мясо мы промыли и отправляем его в наш котел. Я чувствую, будет наваристое. Мяса очень много. Лапши мясом не испортишь. Правильно, братан? Да, я думаю, что любое блюдо, которое приготовленное на огне. Барашек очень молодой, без запаха. И присутствует легкий запашок такой, как вот молока. Это была ярочка. Кто не знает, что такое ярочка, это овечка, которая еще не гуляла. Убираем пенку, закипело у нас. Чтобы мясо открыло в свой вкус, мы его чуть-чуть подсолим. Потом будем пробовать на соль, досалывать. Ой, какой шикарный, смотрите. Через минут 5 кипения, 5-10 минут, скажем так, мы отправим сюда лук и морковь. Дали покипеть, теперь отправляем 3 луковицы и морковку отправляем целиком. Потом мы ее достанем. Также отправляем лавровый лист, 4 листа, и перец горошком. Убираем лук, морковь, они нам больше здесь не понадобятся. Они уже отдали свои ароматы и вкус. Уже картошечка разварилась. И будем отправлять сюда болгарский перец, чесночок и перетертые томаты. Вот такие томаты, перетертые на терку, на мелкую. Отправляем и даем еще минут 5-7 покипеть. А тем временем мы подготовим зелень. Лапши наша кипит, добавляем соли. И через минуточку попробуем, чтобы соль сейчас растворилась. Я думаю, будет просто песня. Вот, смотрите, какой бульончик. Розовенький получился. Вкусный будет. Аромат вырывается просто сумасшедший. Пришло время отправить зелень. Используем укроп, петрушку и кинзу. Буквально через минуту будем пробовать наше прекрасное блюдо. Ой, ароматы сумасшедшие. Все, интенсивное кипение у нас. Пробуем. Вот такие косушечки у нас. Ой, это просто. Смотрите, какое ребро попалось. Сейчас картошечку выловим еще. И идем пробовать. Дорогие друзья, наше блюдо лапши готово. Осталось его отведать. Лапши у нас необычные. С баранины. Это очень вкусно. Вот такая прекрасная косушка. Пробуем. Ой, прям ароматы сумасшедшие. Там уже приехали ребята. Стоят там кусочек машины, видно. Они уже прям казан целый забрали. Уже начали есть. А мы еще только пробуем. Ой, аромат баранина молодая. Никакого запаха, привкус обалденный. Дорогие друзья, очень приятно, что вы были с нами. Будет очень много интересного видео. Здоровья, счастья и кавказского долголетия. До новых встреч!